Навести порядок на центральной аллее вышли более двух десятков представителей общественных организаций города. Комитет солдатских матерей, женсовет, профсоюз автомобилистов и молодежь. Работы на святом для горожан месте хватило всем. Пришедшие на субботник убрали не только крупный мусор, но и привели в должный вид памятники. Уборка заняла всего полтора часа, а мусор собрали несколько десятков мешков. Мусором в основном стали пивные бутылки и окурки. Уважаемые димитровградцы, обращаюсь ко всем, начиная с молодежи и до людей мудрого возраста. Давайте превратим наше красивое место Аллею Славы в место культуры, в место отдыха, в место здорового образа жизни. Евгения Кременская, Виталий Немов, новости Димитровграда.